Добрый день, снова анбоксинг. На этот раз у нас сет компании Qi, головоломок, 4 штуки, Megaminx, Cube, Пирамидка и Master Morphix. Посмотрим мы на обратную сторону коробки, то есть показан, что если брать подобный сет из черного пластика, то вместо Master Morphix будет Eevee Cube. Ну и также показано, что бывает сет из головоломок 2345, который я показывал в одном из прошлых видео. Вскроем и сравним с головоломками из подобного сета от компании Cubin Classroom. Я их тут приготовил, посмотрим, какие различия и что же лучше. Вот они сами головоломки. Помимо маленьких бумажных, вместо маленьких бумажных инструкций опять здесь большая книжечка. Ну, как те маленькие инструкции были особо бесполезны, так и эта книжечка тоже хорошая, но недоработана. Сделали бы английскую версию, было бы получше. Ну, подробно об этой книжечке рассказывал в анбоксинге сета кубических головоломок. Подобный сет есть от компании Cubin Classroom. Я его покупать, естественно, не стал, поскольку все эти головоломки у меня уже были в наличии. От компании Qi у меня не было пирамидки и Master Morphix, которые они выпустили не так давно. Давайте посмотрим. У Cubin Classroom вместо Master Morphix Squire. И, как по мне, это более хорошая идея. То есть сет VCA головоломок, Squire, пирамидка, Megaminx. И там еще был Cube. Но я достал Master Morphix для того, чтобы сравнить с подобной головоломкой от компании Qi. Squire был бы лучше. Ну, Master Morphix тоже весело. По порядку. От уже известных головоломок. Megaminx Chiheng компании Qi. Это один из лучших бюджетных Megaminx. То есть конкурировать не может Megaminx от Юксина. Первая либо вторая версия. Либо от Скаламбойса. Давно известная головоломка. Много раз о ней уже рассказывал. В сете Cubin Classroom Megaminx Cubin Classroom, который является практически копией Megaminx Yuhu, Gonhu. И всю эту серию я совсем не люблю. Это, по мне, не очень удачный Megaminx. Вернее, совсем неудачный. Тоже об этом говорил не раз, поэтому и покупать сет от компании Мою я не стал. Megaminx Aohun у них хороший, а вот бюджетки так себе. С Megaminx'ами разобрались. Chiheng — отличный выбор. Дальше. Cube. Ну, что от компании Qi, что от компании Cubin Classroom, они... более-менее скьюбы. Я опять же не вижу смысла покупать бюджетные скьюбы, когда тот же X-Men стоит не так дорого, его можно купить и уже горе не знать. Сейчас вышел от компании Мою скьюб Aoyan магнитный, он там подороже, конечно, стоит, какой-то весь такой прогрессивный, но для моих потребностей хватает и обычного X-Men, а этот кому-нибудь подарил. Вращается неплохо. Моя супруга подобным собирает на соревнованиях. X-Men ей почему-то не понравился из своей формы. Ну, для новичков пойдет. Вот пирамидки Master Morphix от компании Qi у меня не было. Пирамидку я не покупал, потому что, опять же, есть X-Men. И X-Men стоит не так дорого. И какая-то лучшая пирамидка. Но когда-то я покрутил бюджетку, она тоже мне пришлась вполне по вкусу. Очень, кстати, неплохая пирамидка. Поэтому решил все-таки взять такой набор. Ну и заодно Master Morphix. Интересная головоломка. То есть, если сравнивать пирамидку от Qi и пирамидку от Cubin Classroom, она, в принципе, неплохая. Но, как по мне, как она,
Чиминг, кажется, называется. Это получше. Ну и как бы кому что нравится. У Губин Классрума Сквайр. Учи Мастер Морфикс. Сквайр полезен тем, что он ВЦА головоломка, и как бы надо с чего-то начинать. Это вполне неплохой бюджетный сквайр. Собирать им можно. Ну, поподробнее сравним Мастер Морфиксы. Я как бы не взлюбил мегаминксы от Кубин Классрум, Юху, Гуанху. И поэтому, когда появился Мастер Морфикс от той же компании Кубин Классрум с подобным рельефом, я отнесся к нему очень скептически. Ну, на всякий случай заказал для коллекции. Ну, покрутив, я понял, что это очень достойная головоломка. И на тот момент я считал его лучшим. Лучшим мастер-морфиксом из всех фирм. Даже там Шинкшоу уже уступает. Они, конечно, его уже давно выпускают. И компания Кубин Классрум пошла, конечно, по механизму дальше. Очень приятное вращение. Ну, толку вот от этих выпуклых частей, конечно, немного, но в руках держать вполне приятно. Посмотрим уже, что нам приготовила компания Чи. Здесь никакого рельефа нет. Форма такая более выпуклая, более массивный такой Мастер Морфикс. Вращается. Вращается неплохо. Но все-таки от Кубин Классрум, мне кажется, получше. Давайте его замешаем, чтобы понять. Это далеко не самый простой шейп-мод трешки. Собирается как 3 на 3, но надо быть достаточно внимательным, чтобы аккуратно все собирать, не путаться. Достаточно понять, где здесь ребра, где углы, и все получится. Вращается. Замешаем также. Ну, этот вот вращается очень приятно. И на нем сборок 5, наверное, сделал всего. Но вращение просто отличное. Все-таки, наверное, Мастер Морфикс от компании Кубин Классрум будет получше. Но если рассматривать в целом два сета от Кубин Классрум и от Чи, то все-таки сет от компании Чи выглядит более позитивно. То есть отличный мегаминкс, отличная пирамидка, ну, терпимый скьюб и неплохой Мастер Морфикс. Сет от компании Кубин Классрум может похвастаться только наличием сквайра, так себе скьюба, более-менее пирамидки и отвратительного мегаминкса. То есть, наверное, все-таки от Чи будет лучше. Но опять же, если нужен сквайр, его всегда можно купить отдельно. Как известно, если покупать наборы головоломок, они будут выходить дешевле. Ну, это вполне разумный выбор для новичков. А Мастер Морфикс все-таки от Мою получше. То, что у компании Чи идет такая инструкция в комплекте, где как раз есть и Мастер Морфикс, и Иви Куб, если брать версию из черного пластика. Это, конечно, плюс, но это опять же такая же бестолковая инструкция, как вот эти обычные маленькие, которые кладут компанию Мою в свои головоломки. Видимо, теперь во все большие наборы Чи будет класть такой туториал. А на этом, наверное, все. Всем спасибо. Всем пока.